Привет всем, с вами журнал Пикало, я Каролина. Сегодня мы с вами находимся в центре Москвы, в ГУМе, на празднике моды для детей и взрослых, на показе детской коллекции Боско Бомбино. Не за горами праздничная суета и волшебство новогодней ночи. Поэтому неудивительно, что темой сегодняшнего показа стал замок Снежной Королевы. А это значит, что сегодня мы окунемся в сказку и в волшебство. If you speak the truth, you will miss your body next to me. Если на улице последние осенние деньки, то в ГУМе уже все готовы к празднованию Нового года. Каждый показ Боско Бомбино – это мини-спектакль, который сохраняет свою атмосферу фэшн-шоу. Здравствуйте, как вам сегодняшняя атмосфера? Вы знаете, Боско ди Чильезе всегда умеет удивлять, у них всегда прекрасно украшено все, волшебная атмосфера и праздник для детей, также и для взрослых. Ты как будто бы окунаешься в сказку. А сегодня как раз показ посвящен сказке «Снежная королева». Вот. И у нас там, я думаю, в показе будут Ка и Герда, а может быть даже по два. Два Ка и две Герды. А что вы ждете от показа? Моя дочь сегодня участвует в показе, Арина Йовович. Вот я пришла посмотреть на свою дочь и поздравить ее. Я всегда жду от каждого показа, который проходит здесь, на этом подиуме. Красивые, замечательное настроение детей и родителей. Потому что здесь собираются только самые талантливые дети нашей страны, которые несут не только прекрасную, так сказать, новую коллекцию, но и вот этот посыл детский, который мы, взрослые, смотрим на это, заряжаемся, и у нас поднимается настроение, мы становимся ярче, лучше и просто хотим жить. Ты в первый раз участвуешь в показе? Нет, я довольно-таки давно уже участвую. Ты не боишься? Нет, хотя тут очень много новеньких, они все боятся. Так что успокаиваю. Ты знаешь тему сегодняшнего показа? Да, конечно, «Снежная королева». Ты уже видела подиум? Да, мы уже репетировали тут вчера. У тебя такой яркий образ, и ты должна что-то делать на подиуме. И что же? Поскольку у нас «Снежная королева», то я играю Герду, вот, и мой друг – это Кай. Мы выходим каждый показ, я его, ну как не каждый показ, каждый блок, скажем так, мы выходим, я кричу, ищу его, и в самом конце мы наконец-таки находим друг друга, и «Снежная королева» уходит, скажем так. Body next to me, I miss your body next to me, yeah.
Что вам нравится больше всего в показах? То, что мы показываем себя, показываем свою одежду. Мы можем быть, каким мы хотим. А тебе нравится ходить по подиуму? Да, потому что тут мы с игрушками, мы показываем, какую одежду, и мы перед тобой вся публика. А что вы делаете вообще? Вы разбойницы. Что вы делаете? Мы грабим. Грабим, держим людей. Много ограбили? Очень. Да. Body next to me. I miss your body, 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 body next to me. I miss your body, 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 body next to me. I miss your body, 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 body next to me. Yeah. Сегодняшний показ, да? Ну, мне кажется, очень симпатичный, мне понравился, потому что я посмотрела, участники показа довольны, и, ну, это главное, чтобы участники показа были довольны. Мне понравилось. Как вы отмечали Новый год в детстве? Ну, в принципе, отмечали точно так же, как, наверное, сейчас вы отмечаете. Елку наряжали, делали салат, ели что-то вкусненькое, и главное, мы были дома с родителями, и это было очень здорово, потому что это был тот праздник, когда все вместе, всей семьей. Так что я не думаю, что очень многое изменилось с тех времен. А на утреннике вы в кого переодевались? Ой, ну, конечно, я сначала переодевалась в снежинку, вот, хотелось быть какой-нибудь принцессой, снежинкой, лебедем. А вот сейчас, когда я уже стала мамой, моя коронная роль – это роль Бабы-Яги у меня хорошо получается. Мне всегда доверяют роль Бабы-Яги. Да.